Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Tactic Monsters, новый день, 18-й, как вижу, что мне дали герой. Вот новый герой, кстати, новый герой у нас, сейчас почитаем новость. Так, тут первый набор, цветной эльфы, вот, дили, содержит как минимум 500 дили с шансом получить больше. Так, у нас Дили, да, новый герой, у меня он есть, надо посмотреть его сразу. Вот она, Дили, у меня 400 их есть, давайте улучшим сразу. Первое, это обычно бросает копье врага, бросает, значит она дальник, так я понял, да? Призывает Билли младшего на поле боя. Если Билли младший уже на поле боя, восстановит ему очки жизни до максимума. Если Билли младший был побежден, призывает его вновь. То есть, если у нас есть такая ситуация, что у нас Билли младший, это вы поняли, да, кто бежит такой тоже получеловек, полу, не знаю, там ползверь, будем так говорить. И она его лечит, либо что-то делает. Наносит 10 дополнительного урона парящим целям. Это те, которые сверху. Поэтому хороший этот лучник, вот, дальник. И как я думаю, мы его сейчас и используем. Он у нас будет 10, 11 и 12 уровень Дилли. Нам надо 140, чтобы получить еще Дилли. Дилли. Ладно, пока мы не будем его получать, возможно, мы его получим так. После экспедиции, кстати, забрать. В экспедицию опять мы кинем кого-нибудь. Вперед. Блин, это точно, блин, на 3 часа экспедиции, что на 8-то? Только одна экспедиция, плюс это сколько купить? Ага, премиум. Премиум экспедиции, ладно, пока не будем. Так, что у нас есть? Новый монстр, мы его сейчас сами улучшим. Обновление, но так, подождите, обновление у нас что, займет около 4 часов, это просто обновление. Вот теперь с Новым годом добавлена фильтрация на странице монстра, исправлено зависание игры после битвы с боссом в экспедиции клана. Количество трофеев получали или теряем в битве теперь будет постепенно уменьшаться при поединке с одним и тем же игроке, окончив сезон в топ-100, получая специальный портрет. В игре по битвы теперь будет отражаться расстановка монстров, так, и так далее. Добавлю рейтинг игроков экспедиции клана. Все, мы прочитали, получили 400 монеточек. Все классно, все замечательно. Платиновый сундук, это что, мы даже получили что-то? Нифига себе. Неплохо. Защита шахт, кстати. Печенье соберите не менее 3, чтобы ваша шахта не ухудшала. Шахта будет улучшена, если наберете столько-то монет. Понятно? Мы не будем пока ничего делать. Режим eSports. Так, сделали. Сейчас как раз вот мы его... eSports и сделаем. Так, и у нас все. У нас все сделано. Ну давайте. Sports, начало. Начало. Расстановка. Моя расстановка. Дили 15-15. Все 15 левела. Да, будет. Так, ну я не хочу этих героев. Это тоже дальник. Вот это по-любому будет использовать. Вот это, наверное, назад, я чуть-чуть думаю. Блин, а почему? Ладно, фиксим. Давай сюда вот так вот поставим. Часовой неинтересный. Вот это, по-моему, классный. Так, у нас перед каждым своим ходом наносит эффект магии огня, льда и так далее. И что-то там... Ну, давайте вот этого, по-моему, я... А, ты разрасходовал, точно. Нельзя же так. Ну, тогда кого мы будем ставить? Я не помню, кто круче. Вот этот, по-моему. Да, мы его поставим. Хороший, прикольный человечек в бой. И бам.
Прикольно, прикольно, давайте 15. Все, здесь главное уже не какой вот, не сколько у тебя карт и так далее. Бой. Тоже смотри. Вот этот вот, по-моему, как раз является его. Ну вот, это Дили. Давай-ка, бэм. Все. Мы подождем. Дальник, бэм. Взмах. Блин, как так? Даже не два раза ударил. Опа-на. Сейчас по-любому на моего зайца, короче, накинется. Ну чё, давай, давай, бро. Чищ. Тоже взял, оглушил. Но фиг с ним, фиг с ним. Давай, давайте, давайте, давайте. Сейчас по-любому на моего стрелка, наверное, накинется. Окей. Все, она умерла, молодец. Теперь у нас минус один герой ихний. Хотя на моего, наверное, Манки Кинга захотят напасть. Маленький сюрприз. Фига себе, он маленький сюрприз кинул. Вот этот человек, надо посмотреть, как он такой. Тик-тик-тик-тик. Тварина. Тыдж. Вот. Пропуск. А, ну он оглушился, если нет такого. Бэм. Все, оглушил. Так, теперь у нас бам. Возрождение. Давай, сучка. Убивай его. Блин. Ярость. Сейчас по-любому он рванет. Не того я, наверное, начал. Вниз. Нифига себе, блядь. Жуть. Улетел. Так, что это у нас? Теперь мы вот этого, наверное, оглушим, да? Нет, смотри-ка, не оглушили. Большой сюрприз. Ух ты. Угу. Давай-ка подождем. Хлоп. Я думаю. Угу, это Дили. Блять, вот этот мощный чувачок. Маленький сюрприз. Все, убил. Жалко. 135. А, он маленький такой. Ну, жаль, он не восстановился, конечно. Все, а мы умерли. Неправильная расстановка, неправильный герой. Блин, тут чувак мощный. У меня вообще есть он, интересно. Давайте посмотрим. Вот подарочный педик. Как, что за подарочный? Его нету, наверное, да? Вот он. Да? Нет. Ближний бой. У меня его нету, по-моему. Но он классный. Так, а что у нас вот это делает? Так, бьет врагов на расстоянии до 5 клеток при обычной атаке, отбрасывает их на одну клетку. Может атаковать только по прямой линии. Так, бьет по земле, наносит урон всем врагам в радиусе 4 клеток и подтягивает их ближе к себе. Ладно, ладно. А вот это что у нас? Давайте посмотрим, изучать. Ох ты. Врага наносит 200 урон цели и разрушает БПВК и в процессе сразу же создает 2 дополнительных ПВК после использования данных. Навык не требует наличия. При вступлении в бой перед началом каждого хода создает 1 дополнительный
ПВК не может иметь более двух одновременно. Каждый ПВК может поглотить один источник урона. Давайте попробуем ее использовать вместо этого. Сохранить. Все, в бой. У нас там подарочный этого педика нет, но он мощный что-то вообще, капец. О, как раз взяли данного героя, посмотрим. Против. Не особо мощный. Вот он тоже, видишь, создал его. Я думал, возрождает его с таким же уроном, а что-то получается, нифига не возрождает с таким же уроном. Так, давай-ка, наверное, мы сразу убьем его. Надо было сюда ее поставить. Ну, что там таймер? Он же 10 секунд. Ух ты. Да ну нафиг. Как он дракона создал? Что-то любого человека можно призвать? Что за бред? Нифига себе. Что-то мне подсказывает, что я неправильно сделал что-то. Неправильно это я. Так, теперь у нас... Ну-ка, давай-ка сюда, чтобы он меня не сразу достал. Двойной ответ. Интересно, достанет он сразу? А дракон летит-то нормально-то. Тоже убил моего соперника. Давай поворачивайся, бам. ПК. Так, плюсуем. А как он дракона-то? Раз дракона можно убить монстра, окей. А, у него не было просто... А, тихо. Да, слушай, а... Просто у него монстра, наверное, не было. Ну, давай этого кинем. Хотя я зря я так сделал. Что я даже не понял, что это... Давай. Ну что, слабовато. Оно что, слабовато, мне кажется, или она... дошел, нет? Фух, не дошел. Почему я не могу использовать? Супер удар. Что за бред? Этот может. Так, и давай-ка. Вот. Двое человек. Блин, плохо, плохо. Я неграмотно как-то расставил. И дальника я взял что-то. Ух ты, двоих убил. Блядь. Все. Остался один дальник. Ух ты, еще одна. Не могу никак. Не могу как сообразить, может быть. Ну, у меня опыт маленький. Нубяк я еще. Нубяка в этой игре. Грамотно расставлять. Поэтому он брал двоих простых, мне кажется. И можно вызвать было... Смотри-ка. Давай-ка так. Если можно... Видишь, в чем вопрос? Это оставлю. То есть можно двух простых игроков и вызвать... Она разница-то, в принципе. Если я возьму, например... У нас ближник есть, поэтому мы кого возьмем?
Давайте кого-нибудь возьмем такого мощненького. Так, информация, я не помню, что это такое делает. Он преступление боя во время первого хода нет предела расстояния для передвижения. Ладно, пока не будем. Кого же выбрать? Кого же выбрать? Сэр Уиль, сэр Филипп. А увеличить союзников в радиусе одной клетки? Нет, это тоже какая-то фигня. Ладно, давай тогда используем, можно его использовать для лечения, если что, оно вылечит. И а можно этого использовать? Два синеньких. О, два синеньких можно использовать. Давай-ка синенького какого-нибудь используем. А, фиолетенький, если я использую, то, в принципе, можно и фиолетенького использовать. А разница какая нет. Фиолетенький, фиолетенький. Кого у нас фиолетенький? У нас, я не помню, этот что делает. А, кулак наносит урон, а это у нас при получении атаки в ближнем бою увеличивает урон. Также контратакует. Контратак не вызывает дразнящий эффект. Кулак концентрированной мощь наносит 180 урона, отбрасывает врага на ответ, бьет без промаха. А это у нас что такое? Наносит 113 урон врагу и предъявляет ему желтую карточку. Кушая его на один ход. Если враг уже получил желтую карточку, предъявляет ему красную карточку. Враг удаляется с поля. Если враг убивает союзника в радиусе атаки, перемещается к нему, предъявляет ему желтую карточку и оглушает его на один ход. Блин, желтые карточки. Бред какой-то. Ну, прикольно так-то. Ну, ладно, давайте тогда вот этого ближника поставим. Какой-то нормальный, прикольный ближник. В бой. И будем как раз вызывать уже не простую карточку, а именно легендарную. А легендарная это в зависимости от моего врага. Последний бой. Мне кажется, это последний. Так. Ух ты. Ну давай. Бемц. Так что у нас, блин, почему они двое сверху звук? Он сразу убил тварь. Так, ладно, давай-ка, наверное, все равно его, наверное, шабаним. Какая разница мне уже? Ну, давай, думай, что ты как медленно думаешь? Наверное, вызвать кого-то хочет. А? Я, в принципе, этого дракона тоже могу вызвать. Сейчас я его и вызову. Что-то Monkey King как сплохо сразу справляется. Давай тоже вызовем. Так, только с правой стороны, с левой. Блин, плохо. О, 282. А ты давай-ка с ним, наверное. Птф. Интересно, интересно. Как у нас сейчас будет все происходить? Это оглушилась, она сейчас пропустит ход. По ней я не буду бить на данный момент. Ух ты, хорош. О, взмах. Ну и чё ты взмахнул? У меня
меня сейчас, по-моему, будет супер удар как раз. Ну давай попробуем его. Бля, почти. Подальше встал. Убьет сейчас моего дракончика. И ну а сейчас он переместится сюда. Я в принципе этим убью своим танком, сучка. Но он мне должен достать танк все равно. Я думаю. Это сейчас вызовет. А, зря надо было убить дальника было, блин. Зря. Я не думаю, что урона хватит. Он дофига урона. Оказалось, нет. Вот, 529. Блять. По мне сразу 529 ударил. Ужас, блядь. У меня вообще ни одного героя не померло. Короче, зря я. Можно было, кстати, смертельный удар на него не использовать. Ну ладно. Посмотрим, посмотрим. Давай, 5, 4... 3, 2, защита. Давай. Квик. И назад возвращается, смотри. Так, что у нас делает дракончик? Так, это улетело. Ну все, он меня убил, конечно. 84. Мне повезло. Все три раза просрал, ну из-за... Не... Откройте сундук. О, мне даже сундук все равно дали. И одну дили. Одну дили. Выполнен за сегодня. Да, у нас получилось не так все... классно, как хотелось, но я попытался, потому что у меня опыт небольшой в игре, но я думаю, может его набить и дальше играть. На этом все, с вами был Шевиля, до новых встреч, пока.